Приморье чествуют жители края, которые внесли вклад в ход специальной военной операции. Заслуженные награды землякам вручила первый вице-губернатор, председатель правительства региона Вера Щербина. У нас сегодня вручение благодарственных писем заместителя председателя правительства, полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева и медалей «Волонтер России». За помощь участникам специальной военной операции и большой личный вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации бизнесменов Приморья наградили благодарственным письмом заместителя председателя, полномочного представителя президента России в Дальневосточном округе Юрия Трутнева и медалью «Волонтеру России». Юрия Петровича Трутнева и медалью «Волонтеру России» награждается Григорьев Данил Олегович, руководитель ООО «КД Восток». Так, еще раз от души вас поздравляю. Подчеркнем, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по поддержке участников СВО и оказанию мерподдержки военнослужащим и их семьям. Юлия Ракоцкая, Диана Иванова. Новости на Восьмом.